Храм Неба, построенный в первой половине 15-го столетия, прекрасное культовое сооружение средневекового Китая, символ отношений между землей и небом, человеческим миром и миром Бога, того, что стоит в основе китайской религии, а также символ той особой роли, которую играл император в своей стране. Храм Неба – это целый комплекс сооружений, расположенный в юго-восточной части Китая. Вместе с храмом на территории в 270 гектарах находится парк и ряд дворцовых сооружений. Строительство храма продолжалось в период с 1406 по 1420 годы, вместе с запретным городом. В XVI веке комплекс был расширен и переименован, изначальное наименование «Храм Земли и Неба» после строительства храма Земли было заменено на «Храм Неба». В Древнем Китае император считался сыном неба, который управляет земными делами от имени Бога, а потому чрезвычайно важно было проявлять соответствующее уважение к небесной власти, воздавать ей почести и проводить соответствующие церемонии. Храм был построен главным образом для проведения таких церемоний, главные из которых были молитвы и дары о хороших урожаях, возносить которые имел право только посланник Бога, его небесный сын, император Китая. Дважды в год император и вся его свита отправлялись от священного города в Пекин, чтобы расположиться в пределах комплекса, облачиться в особые одежды, соблюдать особый пост и молиться в храме о милостях Божьих. Церемония должна была проводиться по строгим правилам, малейшее отступление от них, самая маленькая ошибка сулила плохое предзнаменование в наступающем году. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.